Добрый день, дорогие друзья! У меня очень хорошие новости для всех вас. Мы открыли свой собственный сервер в игре Path of Titans. После кропотливой настройки роста для каждого динозавра и балансировка их характеристик, мы наконец-то готовы открыть двери и впустить всех вас. Очень надеюсь, что наша теплая атмосфера понравится вам. И как бы это глупо ни звучало, добро пожаловать на Bublik Survival. Справа. Что-то справа было. Давай стамина. Вот, прямо передо мной цирка. Я понял. Да, мы видим ее. Все. Блять, так они возле воды. Поменяли шелу. Вот цира. И Алик. Че, всех гасим? Нет. Нет, не идем, не идем. Это будет. Цира начинает убегать. У меня тут цирка. Полуразъебанная. Тише, давайте подождем, пока Алик доиграет с ними. Не лезьте. Да, ну. Он потом в воду ушел, такое себе. Ну. Тут же нет вот этих стороны. Вот именно. Тут есть межвид, это можно посчитать как за межвид. Нет. Так мы атаковать будем. Я церкву, Алика на кошу Алика. Был. Давай, давай. Атакуйте, мы цер. Цер. Угу. Ай. Сейчас я подбегаю близко уже. Да блядь, меня зажали, помогите! 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 Все, помог. А где Алик? В скале. Он душит его. Давайте я на зеленого. Окей, я на желтого. Тут три церы. Ну да. Алика жесткий брит, я получила от него укус. Он с твоего сломал. Лол. Че, у меня блит жесткий, я ухожу. Нет. Помогите за мной, церы. Бегу. Ребят. Окей, иду. Да. Уходи. У меня нет стамины. Нет стамины. Даю баф. Уходи. У меня еще буф, если что, есть. Уводите, когда надо. Мужик, отходи как можешь. Мы долго их не продержим. Нормально, я только спрятаться просто. Бегу за церковь. Бля, за тобой похуярила она. Я без хп. На скалу просто сядь. Если что, спрыгнешь. Ой-ой-ой. Тэпает как люто. Ух, ему она. А чем она блидует такой сильный? Когтями. А кто остался с теми? Блять, я возвращаюсь. Надо этих добить. За мной церковь бегает. Какой? Только не ко мне, только не ко мне. Не надо. Я не могу его бить. А я не вижу, где ты. А, все хорошо. А где вторая цера? Я тебя не видел. Я с Аликом только дралась. Понял. Мне надо... А вот одна мертвая, За мной бегает. Тогда очень зеленая, бегает. А еще одна осталась. Я к вам бегу. О, догнала меня. Ой. Алику я. Она на спуске догоняет, церковь, на спуске догоняет нас. Вон церковь бежит зеленая. Ну а вторая Пиша... это. У меня еще фул блит. Я же говорю зеленая. Про это мы знали, и так. Мы же с ней развлекались. К вам еще одна девушка. Алик убегает. Алик, со стороны Алик, воды. Где Алик? У меня. Вижу. Понял. У кого у тебя? К вам идет еще один. Хорошо. Через оставайся здесь, Алик. Оставайся, куда ты бежишь за мной? Оставайся с церой. Церу до души. А мы я с драться. Окей. Не могу. Начну жопу опять приземляться, но хвоста он, кстати, не бьет почти. Цера зеленая, вообще целенькая, вся стоит. Но... Ну, потому что зеленую церу должна я была бить. Я на нуле. Ебать, он каленый. Да. Кто? Вот, может, мне зеленый-то хоть кто-нибудь поможет? Так у вас же двое там, или трое, чё? Вон, вас двое. Кокосы? Ну, я только сейчас, я на каленый просто, я хилю, блин. Мы вдвоем с Аликом, вы вдвоем с церой. Бля. Пробежал дохуя. Чуть-чуть осталось уже. Да, он уже все почти. Мы что-то даже блит не даем. Попал один раз. У нас стегич, Ну добивайте стегич. У нас стегич, слышишь? А что за латенка лежит, отдыхает, блядь, наверху? Это наша? Я. А, это... Ой, это ты, все понял.
Да, Стегач пришел. Лежит, отдыхает. Это он на контроле сидит? Да, фига. Хорошо, Олега, добивайте. Да, мы работаем с ним, не переживай. Нихуя, блин, нифига, дал. Как ты плывешь. Пиксель. Аккуратно. Я его укусила. Окей. Да он там уже в ахуе просто. Накусываю. Он что, падает, что ли? Вытащите! По мне попало ты. Было бы неплохо, но нет. А, найс. Он дал по мне в прямой укус и не попал. Он боится. У него хвоста нету, походу. Глупо. Прыгнешь ко мне, малыш? Нет? Боится. Аккуратно. Костики сяду пока что. Церку контрольте, у меня блит полный. Она меня сейчас догнать может. У меня тоже блит. По мне слипали. Отрегенил блит. Что-то я вообще блит? Какая-то нерасторопная. Это кто бежит? Ты? Да я это. Нифига она прыгает. Фига. Я манал. Она что, прыгать умеет вообще? Подойдешь вот сюда, встанешь на мое место, я зайду ему. Я пойду сверху, отойду. Да-да-да, просто дерни его на себя. Все нормально. Обойдите сверху на нее надо. Да напасть. Я иду. Вот есть хвост. О, хвостом начал бить. Нихуя! Не пизда? Очень больно надавал мне, пойду прыгнись наверх. Но он истекает прям мухуёво. Так ясен красен, мы и таких людей надавали. Привет, бро. Смотри, как он обосрался. Ну, судя по цветам, у него там вообще процентов 20 осталось. Какой снег? Застрял в нем. Хвост погиб. Меня тэпнуло назад. Данка. Уходи. Забей. Че это было? Ты это видишь? Я просто в нем застряла. Вижу. Боже, почему я даже ЦР убить не могу? Чего я такая нерасторопная стала? Какой ужас. Я сейчас раз не особо откатывает, у меня откатывают деньги. Вверху кто-нибудь должен зайти попробовать. Да у них там Малик, у самих. Да-да-да, я за ним слежу, но я пока не нападаю, я жду, пока он ляжет. Данка, ты умерла, что ли? Ага. Ох, нифига она мне дала. Пожадничала. О, тут вторая цера. Мне кобза, прикол. Сос, срочный сос, тут две церы у меня. Тошик, отвлеки эту церу, я с бредом. Чё, можешь убегать? Это было, блин, кого-то одного убивать. Все, убил Алика. Ну, давайте к нам, срочно к нам, давайте. Иду, иду, дай пожрать. Дай пожрать. Хп, ты сейчас будешь пока жрать, придешь и тут уже помогать некому будет. Блять, хп нету, еды нету. А, всё, я понял. Знаешь? Тогда вопросов нету. Рабит, тише. У меня тут дынер а ты где? Маленький. Слышишь, ты где-то... А, ты наверху с ними? Да, я кушаю, да. Бублик, по кусочкам травы, так больше еды будет. Да я возьму кусочек. О, на них Стегич загрелся, прикол. Бедолаги. Так, на Робикан. А, все, минус зеленая, минус зеленая. А, все, больше нету? Нет, еще одна есть, я за ней иду. Все, понял, даю еду. А кто у меня тут бегает? А, это Стега. Ебать. Тут два стиги. Я думал, у меня типа глюки, что я с двух сторон слышу кого-то. Ну, а минус. Убил ее? Да. Хорош. Он еще с Аликом закусит. Ну, как бы... А че, Алик еще... Тоже пострадала. Пол хп. Они в итоге внизу, в пещере,
Две покоцанные, одна бледует, и одна взрослая, более-менее норм. Пещера. А, понял, что за пещера. Мне нужна хапа, у меня... А! Ходи. Ебать, а тут закрыто. Нет, не закрыто, но я с блюдом. У меня закрыто. Да, было. Привет. Пока. Ой. Так, надо в пещеру прыгать, да? Тоша, уходи, я им не дам лечь. Ты что тут делаешь? Я хочу отбежать, похилить блит. Понял. Хуя тут одна здоровая. Бля, как тут лагает в этом, блядь, ёбаном, в этой пещере. Я по ней тупо попасть не могу. Я тоже. Бля, ой, меня просто тэпает. Сюда, сэр. Класс, а, класс. Одно убил. Кулблит. Маленькую. Кулблит. Сука, тут тупик. Иду к тебе. Ой. А где сэра? А где выход? Выход, выход, мамочки. Да. Выход. Да где это, Раби, позже? Да где чертов выход? Пещере. Да спрячься где-нибудь, слушай, тут нормально, я тебя поконтролю. Вот сэра, у меня сэра, иди ко мне. Баблик. У Тоши? Да-да-да, у Тоши. Да, ты снаружи? Нет, я в пещере. Не понял. Да вот я, вот. Все, иду. А ебать тут 5 поворотов. Вот она. А-а-а. Она. Я не понимаю, я прям в ней стояла, я не знаю, как она по мне попала. Ну, сейчас бублика разберется с ней. Я блин скину. У него хвоста нет, походу. Да, у нее нет хвоста. Надо большую найти, там еще здоровая была. Я да, добила. Такая. Я добила. Большую добила? Раз, два, три. Три трупа. Правильно? А, да. Все, да. Все. А вы-то убили? Всех убили. Живую, которая. О, все, три трупа. Красиво. Прости. Работают профессионалы. Качество хэнки. Работает ОМОН. А мы здесь не выпрыгнем, нам надо бежать будет. Хотя... Не, не зацепился. Мне бы водички. Да вот эта вот цера большая же, которая, да? Ну там такая какая-то... Вот эта. Хуя. Розовая. Вот эта. Нет. Нет. Другая пятнистая, которую бублик заживал. Вот она была большая. Нет, там была большой... Да? Там не, большая розовая, была?